Добрый день, друзья. Расскажу интересную вещь, которую недавно удалось мне настроить в Ableton'е. Вот. Ну, я думаю, что это можно сделать и в других программах. Но поскольку как бы это все касается живого выступления, то есть вот этот вот темплейт предназначен для исполнения на сцене вживую, да? Вот. Для этого я использую стемы, да, которые тут сделаны в виде клипов, сцен, соответственно. Собственно, это одна песня, да? Вот мы видим структуру ее. Вот. Но в течение этого выступления мы используем вот этот синтезатор. Это Yamaha MOX. Он у нас используется не только как живой инструмент, да, то есть в котором мы берем звуки, да, но также он носит функции MIDI-контроллера, вот, который управляет Ableton'ом. Вот эти ручки все назначенные на какие-то, вот мы видим здесь как раз в режиме находится до remote, то есть это DW remote, значит клавиатура сейчас управляет Ableton'ом. Вот эти CC контроллеры назначены, там кнопки вот эти назначены на разные функционал, на переключение сцен, вот это вот кнопки, ряд кнопок. Вот поэтому и плюс периодически мы используем, в данном случае здесь есть вокодер. Вот микрофон включен сюда, это ID-input. Я, собственно, через него говорю. И в Yamaha есть хороший вокодер. Да? И вот в живом исполнении, вот в этой конкретно, здесь используется вокодер. Вот. Но периодически используется один вид вокодера, фанки вокодер, потом в другой части песни используется вокодер пад с другой текстурой, вот. И в третьей части там выступления используется там лид для соло какого-то, да, вот. И переключение между этими частями, если это делать вот здесь сейчас на синтезаторе, нужно выйти, чтобы переключить другую программу, нужно выйти из этого режима, перейти в режим уже синтезатора, вот, там найти нужный пресет, переключиться и так далее, потом чтобы вернуться обратно, нажать эту кнопку, и уже тогда он опять. Вот. Немножко неудобно, потому что когда выступаю вживую, кучу лишних действий делать как бы не стоит. Вот у меня задача была запрограммировать как-то, чтобы эти пресеты переключались из Ableton'а автоматически. Вот. Сейчас я расскажу, как это я сделал. Сейчас я выйду отсюда. Вот. Для этого мы создаем канал Program Change, так он называется. Здесь, значит, на каждой сцене интро, там вот у нас в каждой сцене играет свой инструмент. В смысле, создается клип, пустой клип, типа дами-клип облитоновский такие. Этот клип никаких нот не имеет в себе, никакой информации, кроме он предназначен для того, чтобы включить пресет в инструменте, в моем, во внешнем синтезаторе. Вот, поэтому мы здесь ставим MIDI from no input, то есть нам не нужно откуда-то MIDI получать сюда. А вот отсюда нам нужно сообщение посылать куда? В мой синтезатор. Ну, по каналу один, вот Yamaha MX. Вот, теперь, значит, вот здесь вот нужно выключить луп, он нам не нужен. Нам нужно квантизацию тоже убрать, ланч клипа. Вот, потому что обычно стоит глобал, ну, нам не нужно ждать два такта, чтобы он переключил, нам надо, чтобы сразу переключился. Убираем в нон, ставим. Вот. И вот здесь вот нужно выбрать программу. Как ее увидеть?
Вот. Ну, в вашем синтезаторе, в моем, в частности, Yamaha, на каждом пресете подписано, какой номер этого пресета. Вот. Ну, в данном случае вот 53-й, да, лид. Вот. Но он находится в суббанке номер 5. Это все читается. Самая сложность вот этим названием банка. Потому что там на экране Yamaha не стоит этого значения никакого, 64, ничего, там какой-то там, не помню, при этом что-то такое. Ну, в общем, методом тыка не удалось ничего здесь понять. Вот есть такой на сайте производителя программ-лист, то есть там перечисляются все пресеты Yamaha, в каком банке они находятся, в каком суббанки и так далее. Вот, да, скачал я этот программ-лист для моего инструмента. Там стоит банк 63. Ставлю 63-й банк здесь. Ничего подобного. Совершенно другой звук играет. Вот. Ломал себе очень долго голову, и вообще невозможно ничего понять. В итоге пришлось потратить кучу времени. И на одном из форумов я все-таки нашел доброго человека, который подсказал, в чем проблема. Проблема в том, что Ableton вот, имеет диапазон этих MIDI сообщений от 1 до 128. То есть минимальная программа 1, максимальная 128. А, ну, для каждого банка. А в Yamaha те же 128 программ в банке, но они от 0 до 127. Поэтому вот этот, который 64, чтобы Ableton его понял, чтобы он соответствовал. На самом деле в Yamaha он написан 63. И вот там один добрый человек посоветовал прибавить единицу к этому номеру, и тогда все заиграло соответствующе. Вот. То есть, таким образом, более того, вот теперь, когда у меня запускается сцена, вот, у меня автоматически работает нужный пресет. Вот, допустим, я включаю интро. Вот, у меня играет лид здесь. Да, вот. И так далее. Когда переключается другая сцена, переключается другой пресет в Yamaha. Вот, это очень удобно. Что еще можно сказать? А, допустим, вот смотрите, это... Автоматизировать в пределах одного клипа переключение пресетов не позволяет Ableton. Вот, даже если мы включим автоматизацию, вот, здесь нет такой функции. Я вычитал, что с помощью там какого-то Max for Life этого самого прибора внешнего можно каким-то там хитрым бубном настроить вот эту штуку. Вот, но я решил этого не делать, чтобы не усложнять. Вот, на самом деле у меня есть, допустим, вот в пределах вот этого произведения, есть там в каком-то месте, у меня в одном клипе должен играть два типа вокодера. Да? Вот этот и вот этот. Вот. F-вокодер и пад-вокодер. Вот. Но я сделал по-другому. Я взял и замапил три кнопки на каждый из этих звуков. Вот, у меня три рядом кнопки, одна, вот, и в любой момент с помощью, не выходя из режима до ремоут на моей Yamaha, вот, можно переключить кнопочкой, нажать тот или иной инструмент. То есть таким образом я сейчас из своей Yamaha управляю включение вот этих клипов кнопками. А эти клипы, в свою очередь, управляют включением в моей Yamaha пресетов, смену вот этих программ, банков. Немножко сложно, но на самом деле это оказался самый удобный и простой способ. То есть, если ничего не менять в звуках, просто запуская сцену, играешь, переходишь на следующую сцену, играешь там, куплет, припев, и у тебя меняются, соответственно, все звуки, все инструменты и так далее и тому подобное. Вот, с помощью вот этой функции Program Change. Ну, вот это, пожалуй, все, что я на сегодня хотел сказать. Спасибо. Подписывайтесь на канал.